месяц. Короче, да. Мамочка с бензопилами на гироскутере. Где вы еще такого ребята увидите? Всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Dark Dragon, Дизи, Артём, Радекс. Пацаны, поздоровайтесь! Всем привет! Сегодня мы играем в Гаррис Мод, и у нас обзор на NPC Dark Deception. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться, угорать, поднимать вам настроение. Пацаны, первый у нас называется Hungry. Это значит, что он голодный, правильно? А он жрет. Кстати, озвучка у него классная. Сыграть взят. Вот это он обжор. Еще, кстати, в конце рукой бьет. Че он так делает? Странно. Устал. Он сейчас будет срать. Он устал. Он устал, он устал. Ребята, видите, какой прикольный. Блин, это классный мод. Мне нравится. Отвали, свинтус. У него еще сердечко, да, на этой кофте? Вот ты смотрел, я был на расстоянии. Как он меня сожрал? На! Тебя с кулака вырубил. Да ладно, я не знал, что так будет. Блин, ну прикольно, прикольно. Устал, устал, да, опять? Убить его. Да, задрал, блин, я хочу на расстоянии посмотреть. Задрал, блин. На, тебя за это ударил. За то, что неправильно вы ему мочить. Кстати, у него, наверное, 100 жизней, да? Я так понимаю, ребята? Больше. Больше. Тот больше? Тысячи, где-то две примерно. Ого, нифига себе. У нас следующий Лаки. Ой, прикольный какой, ребята. Смотрите. Веселиться. Но. А что у него стрелочки вверх идут? Прыгать будет, значит. Ого, он хочет наклепашить меня. Ого, ногами вверх берет. Видели, что он делает? Прикольный, прикольный персонаж. А у него же стрелочек нету вверх. Он все с ярости ушел. Да? Да я вижу. Спасибо, что ты меня обманул. Нет, обычно так. А этот момент ярости был, походу. Ну чё, мочим его? Давайте проверим, сколько жизни у него. Ты задрал, убийца. А чё у него так жизни мало? Две обоймы, как-то мало у него хп. Мне кажется, у них по соточке у всех. Давайте, короче, мама бир. Мама медведя. Смотрите, медвежий ног кидает. Угу. Я эти, короче, NPC поставлю себе в коллекцию. Так что, ребята, кто хочет с нами записывать, заходите в наш Discord, ссылочка в описании. И с нами может любой записать классный ролик. Я вижу, эти медвежатки, они взрываются, и очень сильно. Они камикадзики, очень быстро. А давайте я к ней подойду близко, она мне что-то сделает, если я прям к ней подойду? А, она меня ударила. Ух ты. Так, давайте проверим, медвежатки эти убиваются. Три обоймы с ней. Да, но они не взрываются. Думал, когда мы их убьем, они будут взрываться. Но нет, этого не происходит. Ой-ой-ой-ой-ой, ты что, она какая-то психичка. Блин, а мне нравится. Прикольно, да, NPC-шечка? Это босс, что я последний. Да? Да, пока. А ты, медвежатки не исчезают. Они же тоже NPC. Хорошо. Нюрсе Эрипир. Ух ты! А что со мной? Куда я улетел на край карты? Что за бред? Она невидимая, бойтесь ее. Она сильно бьется, кстати. Где она? Невидимая. Во, вижу. А, иди отсюда, шприцала вверха, блин. Она со шприцом здоровым, видели? Да, они так бегают все мне сестры. Ребята, смотрите, я играю сейчас за Фокси, и у меня пистолет в крючке как-то странно очень лежит. Как я стрелять собираюсь, я даже не знаю. Че, вы ее убили, не? Да. Она легкая, тоже 100 хп, походу. Ну, она прикольная, да, по-своему? Ребята, не забываем досмотреть ролик до конца, потому что в конце я поставлю всех NPC, и нам всем жопа. Сейчас старшая медсестра будет. Нурсе Репер Найтмер. На тебе сразу. Ты задрала, смотри, исчезает. Она все еще. Вот она. Тебе, сестра. Медсестра, дебильничек. Ай-яй-яй, это смотри. Правильно, правильно. Мочите ее. Артемчик. Это неадекватно. Нурсе босс. Ого! На тачке, смотри. Гироскутер, пацаны. Да. Это как считается, мамочка? Короче, мамочка с бензопилами на гироскутере. Где вы еще такого ребята увидите? Это какая-то вообще вакханалия. Где ты, Фредди? Она с одного раза, да, дамажит? Да, минус 2 к... Сколько снимать? Она сейчас скажу. 2000 хп. А какой же это босс?
Так, Пенни. Опа, поехала яичница. Ого, да яйца прикольно кидается. Ты дурочка, что ли? Курочка. Но. Метка попадает. Так тут смотри, я не успеваю даже уклониться. Боже мой, убил. Молодец. Ну 200 хп сносит с яиц. Да? Так, да. Ребятушки, ну что, давайте следующий. Последний, кстати. Не так уж их и много, но сейчас мы будем делать жесткую битву. Тигер Тедди. А, это этот мишка, который мамка рожает. Давайте проверим, он взрывается или нет. Да, не взрывает. Но. Красивый, да, взрыв был? Давай я заспам в кучу, в большом количестве. Я думал, он не будет взрываться, а он как взорвался. Знаешь, что Дима предлагает? Ой, жопа, ребята. Знаешь, как надо делать? Да. Ты этих побоишь. Хи-хи-хи, вот это ребята вакханалия. Ну шо, давай, мамка. Закатывайся, она жирная, она, короче, не попадает сюда никаким образом. Спасите! Ого! Вот это задамажило. Эй, 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 ребята, что творится? Не знаю. Отвалите, ребята, я вас боюсь. Да что ж такое-то? Что творится? Она не попадает по мне почему-то. А нет, попадает. Вот это жесть, это ты, Мишек, столько наставил? Ты, наверное, рожала их. Я. А, я понял. Беги, обычно. Димка, беги. Надо брать оружие, надо брать оружие. Только так мы можем победить. Нифига себе, она меня отталкивает. О, эти штуки появились. Дроченишки. Ого, она, короче, какие-то применяет такие прикольные тактики. Со шприцом, по-разному бьет постоянно. Беру мини-га. Отлично. Побежали, побежали. Ах ты! Ты что творится? Это я всех тут, можно сказать, поп. Офигеть. Ой, Dark Dragon, извини, по всем фигачек его вижу. Это жесть. Что тут происходит? Да в канале. Всех перебил. О, до упора. Это штук 50, наверное, поставил. Ну чё, пацаны, давай, драчинишка, иди сюда. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не-не, ух ты, попал, попал. Прикольно они камбухи знают, прикольные. Давай-давай-давай-давай, ну что ты? Ого, ногами хочет не ударить. Чё, легко, да, их мочить? Ай, в спину. Минигана дал. Легко. Минагана легко, хорошо. Дима, знаешь, давай я... Давай, сейчас я поставлю, следующую волну ты сделал. А чё они крутятся, смотрите. А не, нормально всё. Ой, меня ж подлагивает. Подлагивает что-то, надо отлететь немножко. Меня маншут. Вот, типа, удаляю парочку. Такое вахханалия творится, ребята, смотрите, что. О, господи, что у меня лагает. У меня тоже не лагает. Медвежонки идут. Ого, там. Смотрите, что там творится. Что с вами, ребята, успокойтесь. Я буду тебя... Я убью, я убью. Молодец. Вот это жесть. Блин, прикольно, прикольно. Только для чего они это делают? Как будто разгоняются, бежать. Как Соник, знаете, делает? Да. А блин, это оружие кончено. Надо гранату им кидать, наверное. Я убиваю их. Я взял чужую артиллерию. О, я убиваю потихоньку гранаткой их. Отлично. Отлично, троих сразу. Вот что, тут шары у нас пойдут. Шары дамажат всех. Что, они сюда зайдут? Эй! Ах ты, мишки! Бум! А я не смог выйти, они меня зажали текстурами или чем. О, броневик приехал! Я взял кое-кого. А, вы всех убили. Ну что, Dark Dragon, давай, теперь твоя волна.
Желаю вам удачи, чтобы... Давай, только чтоб не вылетело у меня. Мне стрёмно. Поехал. Штук 20 так поставь. Поехал. А мы сдохнем. Ой-ой-ой-ой-ой, ты решил нас подписать этими куричачьими яйчиками. Настроение, ребята, классно. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Я возьму сервисом оружие. Слышишь, а как? Шо? Эта дурочка кидает по мне яйцами сразу. Да ты смотри, что делается. Я убежал! Я убежал! Я застрелил. Я пока говорите. Да что ж такое? Давай не можем возродиться никак. Да ё-моё. Дардрагон, ты неадекватный что ли? Ой, простите. Я уже О, на большом расстоянии не попадают. Я успеваю уклоняться. Я убежал. Я успел. Дима, привет. Ого. На большом расстоянии они, кстати, видишь, не могут, да, попасть? Ну да. Я говорю сразу. А да блин! Да что ж такое-то, неадекватная какая-то. Я говорю сразу, извиняюсь, по-моему. Ой-ой-ой-ой-ой. Теперь ты идем еще. Мне нравится. Это жесть какая-то. Я даже не хочу возрождаться. Ох ты, крыса! Да что ж такое, а? Меня убила крыса. Ну что. Что, всех убили? А нет, еще одна. Они летать не умеют, да? А что, смотри, её физганом друга на меня мочит. Так, ну что, последний тест. Вы готовы? Покажи, какую... Я поехал. Ай, не спасаются. Они живые. Они... Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и посмотри мои ролики. Ещё.